Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я для вас хочу приготовить вот такой очень вкусный салат из огурцов и помидор. Смотрите, как я готовил. Для этого рецепта мне понадобятся огурцы, помидоры, лук головкой, лук зеленый я взял, немножко растительного масла, соль и перец, если вы хотите. Приступаем к изготовлению нашего очень вкусного салата. Как раз нехватка витаминов в организме, я думаю, такой салат для нас сейчас просто необходим. В соседнем районе жених украл члена партии. Огурцы я нарезал вот такими вот небольшими кусочками. Так как у меня родители старые, я режу все меленько. Нарезал я уже помидоры, добавляем сюда же в огурцы. Порезал я лучок, головку одну. Нарезал я зеленый лук. И теперь сюда я добавляю соль и немножко перчика. Добавляю подсолнечное рафинированное масло и все хорошенько, тщательно перемешаю. И вот наш салат готов. Думаю, после зимы такой салат для нас просто сказка. Здесь столько витаминов, что и не перескажу я вам в видео. Кушайте на здоровье. Всем рекомендую такой простой, несложный рецепт салата. Его можно кушать и в пост. Тут все растительное. Готовьте. Не забудь перегласить. Ну что ж, кому понравилось это видео, ставим палец вверх. Подписываемся на мой канал. Давайте, давайте. Не сомневайтесь. Всем пока-пока. Ну, думаю, от такого салата мои родители никогда не откажутся. Он очень вкусный и полезный. Приятного всем аппетита!